воздух можно здесь прямо на бутерброд с утра обмазать и с водичкой запивать. Лютейшее удивление. Ну, я подумал, может, билет был дорогой. На каждую собаку приезжает 2-3 человека. Я в собаках мерю. Количество родившихся. Роддома в Суздале нет. Такой ламповый вечер. У меня очень сильно трясет от этого. Где они работают? Проектирование в Майнкрафт. Там мой дом снесут? Ну, типа, обвалилось и обвалилось. Меня в голове не укладывается. Вжух, и ты урбанист? Думаю, все уже утомились. Суздаль никем не испортить, даже мной. Клянусь.